Всем привет! Мы с вами находимся возле знаменитого дома на улице Патриотов 13 на Южном. Чем он знаменит? Знаменит он на Южном всем известен тем, что это здание, как выяснилось, оно было расписано Куми города Кемерово под снос. Вы что здесь? Туалет? То есть все сюда ходят в туалет, что ли? Серьезно? Честно говоря, даже для меня сейчас это был сюрприз. Вот. Давно хотел рассказать про это здание. Неоднократно уже звонил в теруправление. Это к вопросу. Вот там на мэрную заметку ты пишешь еще бы куда-нибудь. А вот мэр написал. Нет, я звонил прямо в теруправление Заводского района. Хотел поговорить с господином Березовским, начальником. Он был в отпуске. Я разговаривал с его замом. Женщина, сейчас не вспомню. Кто это? И она мне рассказала про это замечательное здание вот что. Это здание Куми признало аварийным, и оно должно быть снесено. В общем, под снос идет. Но, как видите, давно его уже не могут снести. Оно все больше и больше ветшает. Окна, есть такая теория разбитых окон, я уже как-то писал. Если разбить одно окно и не вставить новое, через некоторое время не останется в здании ни одного окна целого. Вот здесь было что-то примерно такое, где-то летом, наверное, здесь проходил еще с той стороны, со стороны Патриотов. Еще были тут окна, сейчас уже ни одного. Это я со стороны двора зашел, чтобы видно было, чтобы понимали размер вообще трагедии, масштаб. Вот, напротив здания провалился асфальт. Скорее всего, он и дальше будет проваливаться, потому что там, видимо, коммуникации, которые подходили к зданию, они уже все прогнили. Здесь рядом детская площадка. Прошу заметить, если это кого-то там вдруг, может быть, в Заводском районе, в теруправлении или в мэрии все-таки кого-то волнует, что у нас детские площадки находятся рядом с такими домами. Да, вот детская площадка, и на них только что были дети. Дальше обходим этот дом. Дом находится, напомню, на Патриотов. Это одна из главных улиц, магистрали, это, можно сказать, улица Весенняя, микрорайона Южный. Вот какая красивая, широкая. Здесь ДК находится, да, здесь лавочки, здесь бабушки. Недавно шел, бабушки сидели, пели песни. Вот Патриотов 13, и вот на этом прекрасном, на прекрасной улице широкой находится вот это страшное здание, которое признано аварийным, которое должно быть снесено. Вот окна, про которые я говорил, разбитые, да, когда-то они были целые, еще несколько месяцев назад. Так вот, чему это все еще раз говорю-то? Когда я разговаривал с представительницей, значит, теруправления Заводского района, она мне клятвенно пообещала, что позвонит в управляющую компанию, которая обслуживает, ну, обслуживала этот дом, но тем не менее он все равно еще, видимо, находится на балансе, это здание. И там, в этой управляющей компании, пошлют сюда слесаря, чтобы он заколотил двери. Видите, он, наверное, заколотил двери со стороны Патриотов. Но с той стороны, я только что был, видите, да? Люди туда ходят, сюда ходят дети. Я видел, как дети отсюда бежали, пугая, видимо, друг друга какими-то страшилками там. Вот, что здесь живут бомжи в этом доме или какие-то привидения. Девчонки, вам не страшно мимо этого дома ходить? Страшно. Страшно? А вы внутрь заходили? Я заходила. И что там? Там же все обвалилось, поди, да? Нет. Я вот не стал заходить. Ну сейчас вот тетенька зашла в туалет туда. Там, куда в туалет люди ходят, да? Да? Ну ясно, ясно. Ну не ходите туда. Да, это очень опасный дом. Да, это видеоблог. Можете передать привет мэру и попросить его снести этот дом. Этот дом должен быть снесен. Снесите это здание, пожалуйста. Но там все дети смыкаются. Все дети здесь боятся этого дома даже мимо проходить. Даже ночью. Ну, ночью-то понятно. Ночью даже я бы, наверное, опасался. Ну вот, пожалуйста, Илья Владимирович, вот местные дети, я попросил, видите, лично к вам обратились. Хотя, наверное, они вас, может быть, и не знают, но они... Действительно, я думаю, что уж они-то, может быть, как-то это воспринимают полегче, но их родители, я думаю, точно опасаются, чтобы их дети заходили в этот дом.
Дом, напомню, еще раз был. Этот дом должен быть снесен. В Заводском районе мне почему-то не сказали и не ответили, почему этот дом не обнесен забором, потому что который должен быть, наверное, в таких случаях, да, мы сами видели, в каком он состоянии, к тому же он постоянно открыт, и туда ходит кто угодно. Вот, и вот, в принципе, все, что я могу сказать на сегодня про этот дом. Я надеюсь, что обратите на это внимание. Спасибо за внимание.